Алена Косторная официально вернулась в Хрустальный, где ее сделали чемпионкой Европы и рекордсменкой мира. Испытательный срок 2 месяца. За это время спортсменка должна восстановить тройной аксель, чего ей не удалось сделать за 7 месяцев у Плющенко. Этери Тутберидзе оказалась не только великим профессионалом, но и мудрейшим человеком, обладающим даром прощения. Как рассказала Этери Георгиевна, ее дочь Диана взяла на себя роль адвоката Алены. Дочь сказала: «Мама, ты должна дать шанс. Мне кажется, Бог велел давать такие шансы. Не хочу держать в голове мысль, что я могла дать возможность. Тогда человек остается с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь». Решение принять Косторную обратно действительно выглядит благородно, ведь в противном случае Алене наверняка пришлось бы повесить коньки на гвоздь.